В прошлом году коэффициент бонус-малус, который непосредственно влияет на стоимость полиса ОСАГО, пересчитали по новым правилам. Благодаря изменению механизма существенно увеличилось число водителей, получивших скидку. В этом году коэффициент пересмотрели по тому же принципу. Автоматический перерасчет произошел 1 апреля. Коэффициент бонус-малус позволяет аккуратным автомобилистам экономить до половины цены полиса ОСАГО. Страховщики подсчитывают количество аварий, произошедших по вине клиента за последние 12 месяцев, и присваивают ему один из 14 классов. Начиная с прошлого года, перерасчет коэффициента бонус-малус происходит по новым правилам, в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменилось то, что введен единый день, это во-первых. Во-вторых, четко совершенно прослеживается то, что выбирается лучший коэффициент бонус-малус, то есть не худший, а лучший. Иначе говоря, если водитель вписан, к примеру, в две страховки, и один из его автомобилей по его вине попадает в ДТП, то страховщики не будут в дальнейшем учитывать этот инцидент. Количество автомобилистов, получивших скидку в прошлом году, увеличилось на 5% по сравнению с 2018, когда действовали старые правила. По итогам 2019 года 89% всех автовладельцев получили коэффициент бонус-малус ниже единицы. Но не только водители остались довольны нововведением. Ему рады и страховщики. В данной ситуации нет ничего плохого, только хорошее. Всем понятно, как это работает, когда это работает, почему это работает. Поэтому работать становится удобнее. Не забывайте, что мы работаем с колоссальными массивами данных. У нас каждой компании, из компании миллионы клиентов, и нам принципиально важно, чтобы вся информация, которая касается этих клиентов, была четко систематизирована, чтобы она была сопоставима. Узнать свой коэффициент бонус-малус можно в самом полисе ОСАГО или на официальном сайте Российского союза автостраховщиков. Если страховка открытая, то, как и прежде, применяется коэффициент единица. В случае же, когда в автогражданку вписаны несколько водителей с разными показателями, при расчете стоимости ОСАГО берется самый высокий.